Всем привет, если вы здесь впервые, меня зовут Александр, и мы с вами продолжаем играть в Jurassic World Evolution и продолжаем проходить испытания на максимальной сложности. То есть нам нужно вытащить вот этот парк из той долговой ямы, в которой мы оказались, из-за того, что в первом выпуске очень долго мучились там с цератозавром, экспериментировали с ним. Сейчас прибыль у нас всего 68 тысяч в минуту. Но мне немножечко повезло. Экспедиция притащила еще раз платину и притащила как раз очень хорошие окаменелости. Дело фазаврика, как помните, в конце прошлого выпуска я как раз об этом говорил. Как только мы его получим, давайте вот это тоже извлечем. Как только мы его получим, будем сразу инкубировать. И команду еще раз отправим за дело фазавриком. Сейчас у нас... Вот настоящее развлечение. А, задание 10 минут, чтобы не отключалась энергия. Я понял, выполнилось. Все, хорошо, нам нужно сейчас с вами понять с научным отделом. Давайте попытаемся это сделать, потому что немножечко просили там. Выведите и выпустите динозавра вида хуайанозавра с рейтингом динозавра не менее 35. Принять. Слушай, я могу его прямо сейчас сюда вывести? Там у нас перенаселение не будет? Что там, общительность, популяция, лес... Рейтинг у вас какой? Рейтинг, базовый рейтинг 25, то есть можно сейчас что-нибудь туда ему прибавить. Давайте попытаемся это быстро сделать. Неплохо, бесплодные земли дают 41. А сколько нужно было, секундочку, по заданию? По заданию нужно 35, то есть все, можно вот так вот его взять и просто с другой рассветкой вывести. 262 тысячи, хорошо. Во-вторых, я хотел выучить еще одну ячейку, хотя пока что это расточительство. Ладно, подожди. Нужно подумать, что еще... Нет, нам нужна еще одна ячейка, по-любому. Давайте идем с вами в научный отдел. Расширение инкубаторов. Вот, нам нужно вот это выучить. Потому что мне не хватает инкубаторов, я хочу вывести 4 сразу дилофазавриков и закинуть в тот дальний вольер. А для этого нам с вами нужно их выводить, ну там прям буквально одного за другим. Если не ошибаюсь, уже вернулся вертолет, что-то там мне принес. Расскажи еще платину. Еще осми, слушай, как все хорошо-то, а? Давай, дело фазаврика, еще одного. Наверное, с вами сейчас постараемся вывести, точнее, получить как можно больше генома, а потом только выводить, потому что иначе они просто очень мало жить будут, и мы будем с вами тратить деньги в никуда. Лаборатория сообщает, что у нас хуайанозавр выведен. Замечательно, давай выпускать. Сейчас плюс деньги будут, и плюс репутация. Прибыль в минуту 71 тысяча, ладно, неплохо. Потихонечку с вами начинаем решать проблемы, которые у нас возникли с деньгами. Слушай, ну он вообще классный, он очень красивый, мне нравится. Так. Я скажу вам то, что слышу часто сама. Не знаю, как у вас это вышло, но вы справились. Так что спасибо. То есть тебе тоже такое говорят? И все у тебя получается случайно. Ладно, это я помню эту фразу. А кого мы следующим возьмем? Больше всего побед в боях. Давайте-ка возьмем еще одно задание с отделом развлечений. Смотрите, увеличьте ваш рейтинг динозавр до 1 звезды, а у нас он уже 1 звезда. Если не ошибаюсь, он уже 1... Нет, рейтинг динозавра очень-очень маленький, разнообразие очень плохое. Я тебя понял, штраф разнообразия, штраф благосостояния. Хорошо, то есть нам нужно обязательно выводить дилофазавриков. Ну сейчас, сейчас экспедиция мне принесет еще немножечко генов. Я думаю, что можно было бы, знаете, что сделать? Еще разблокировать магазины их какие-нибудь, магазины подарков там, или еще что-то такое, сувениров, потому что этого у нас тоже очень мало. Так, окаменелости прилетели просто замечательно. Во-первых, хрень по 100 тысяч. Янтарь. Янтарь очень высокого качества, замечательно, извлекаем, и извлекаем вот это. И еще разик, если там возможно, давайте, летите. Летите, летите, принесите еще, пожалуйста. Но вот сейчас, на самом деле, когда вот этот янтарь извлекут, уже можно будет выводить дилофазаврика, потому что, мне кажется, это достаточно высокий процент будет. Сколько у нас получится в общей сложности? 70% или что-то типа того, потому что здесь сейчас не показано. Ну-ка. А, нет, 73%, а вместе с этим, наверное, там что-нибудь типа 75%. И мы, кстати, можем еще поставить улучшение результативность раскопок. Давайте это сделаем обязательно. Я что-то про него совершенно забыл. Мы в прошлом выпуске его поставили изучаться. Они снова прилетают. Что вы в этот раз вкусно... Давай. О, опять платина. Слушай, прям платина поперла. Почти 2 миллиона уже. Шикарно. 78%. Сейчас, секундочку. После этого у нас будет 81. Слушай, неплохо. Все. Уже можно выводить. Давайте. Все, здесь полностью исследовано. Здесь у нас чунгингозавр, хуайанозавр, дилофазавр. Здесь велоцираптор. Еще велоцираптор. А вот это будет интересно. Давай за велоцираптором. Летите. Хорошо, летите туда. И мы с вами сейчас давайте потихонечку начинаем выводить дилофазавриков. Здесь мы пока что не можем расширить. Но давайте хотя бы по 2 штуки выведем. Давай. Раз дилофазаврик. И 2 дилофазаврика. Если не ошибаюсь, нам минимум их нужно либо 3, либо 4 штуки, чтобы они не, там, не пытались убежать, не пытались сломать барьер. И нужно это сразу прям максимально быстро вывести. И здесь я забыл поставить кормушку для плотоядных. То есть вот сюда можно поставить кормушечку. Оно у нас в радиусе обзора, все в порядке. Ну и осталось, естественно, немножечко подождать, когда они у нас выведутся. Инкубация не удалась. Вот это самое опасное, то что может не удастся инкубация, потому что, блин, ну было же 83%, обалдеть.
То есть у нас с вами 360 тысяч улетели просто в никуда. И нужно не забывать, что в любой момент опять буря может начаться, смерч и вот прочие такие неприятности, которые нам могут доставить очень много проблем. Убежище. У нас вроде все абсолютно покрывают, да? Все дорожки. Все везде покрыто убежищами. Второй момент. Если я не ошибаюсь, там где-то есть защита от... вот. Штормовая станция. Открыть исследование. Где она? Штормовая станция. Это не то. Вот, штормовая станция. Я, смотрите, как раз только-только вспомнил про штормовую станцию, и дождь пошел. Надеюсь, что это не шторм. Надеюсь, что все будет хорошо. А мы только что с вами завершили улучшение, да. Мы только что улучшение сюда вот завершили. Расширение инкубаторов. Купить. Понятно. Теперь здесь может быть три. Тогда я предлагаю сделать вот так вот. Открыть... Подожди. Расширение инкубаторов. Купить. Теперь мы можем вывести сразу еще двух дилофазавриков. Давайте прям заказываем. Секундочку, нет. Может быть, нам принесли сейчас останки? Ну-ка, секундочку, что это у нас? Дилофазавр. Во, шикарно. Извлекаем. И здесь тоже извлекаем. Все хорошо, это продаем. Ребята, вы просто молодцы, давайте еще разик. Ну и теперь он притащил просто хуаянозавра и чунгингозавра, да? Ну-ка, секундочку, мы можем вот так вот проверить. Сколько у нас сейчас дилофазавр? 92%. Ну, ладно, в принципе, пускай будет 92. Лети за велоцираптором. Сейчас это может быть даже важнее, чтобы у нас было разнообразие. Сюда вывести 232 тысячи забрали, я понял. Вывести дилофазаврик. Вывести еще один дилофазаврик. Все, погнали. Какой-то звук непонятный был. Все работает, все нормально. У нас что там по энергии? Энергия потребления здесь используемая мало 1. Подожди, выработка энергии 68. Неиспользуемая 1 здесь. Не использованы 32, еще есть энергия, все хорошо. Дальше, я хотел зайти сейчас вот сюда, исследование. Здесь еще 2 минуты, ладно, подождем. И вот так вот, совсем чуть-чуть заказал дилофазавриков, что-то там поделал, что-то построил, поставил парочку улучшений, и уже у нас с вами там с 2 миллионов, можно сказать, скатились до 600 тысяч, вспышка болезни. Это плохо, команда рейнджеров, не надо возвращаться никуда, добавить задачу. Ну-ка сюда, давай лечить. Давай-ка быстро лечи. Я здесь поставил еще одну кормушку для травоядных, потому что им одной явно не хватало. Как не обнаружено? А что там такое произошло? Вы успели так быстро вылечить? Странно. Ну ладно, бог с ним. Я, в принципе, не против. Давай посмотрим, что они притащили. Притащили еще парочку простых. Таких плохоньких. Ладно, давай извлекать. Штормовые станции. Исследование завершено. Замечательно. Все. Да-да-да-да. Я знаю, как ими пользоваться. Я прекрасно знаю, как им пользоваться. Да? Именно поэтому я их и делал. Ну-ка, штормовая станция. Давай. Одна штормовая пошла. Я даже не знаю, куда. Мне нужно так, чтобы она как можно больше всего охватывала. То есть, например, чтобы одна вот пошла вот сюда. Охват будет вот здесь. Вот есть. Электричество сюда достает, нет? Электричество, подстанция, да, достает, замечательно. Сейчас перейду к окаменелостям, подожди. И третья штормовая станция, у нас не хватает денег, подожди, нет, вот штормовая станция, третья штормовая должна быть где-то вот здесь вот. Опять же, нужно сейчас здесь осушать, потому что иначе нам не хватает просто места на строительство. Вот это вот просто-напросто осушаем. Есть, идем опять же сюда, штормовая станция... Все работает. Единственное, ей не хватает электроэнергии. Сейчас поставлю. Подстанцию ставим с вами вот сюда. Сюда. И подключили. Все, хорошо. У нас остается 177 тысяч. И здесь вывелись абсолютно все дилофазавры. Ну что, выпускаем прям всех. Потом быстро всех усыпляем и перекидываем туда. Мне кажется, это самое оптимальное. Ладно, смотреть на вас не будем. Иначе у нас просто на это нету времени. У нас просто нету времени вас разглядывать. Быстренько, секунду. Оса, вертолет оса. Управлять вертолетом. Давай, полетели. Полетели. У этого динозавра, дилофазавра, не было бинокулярного зрения, потому что глаза располагались по бокам головы. Ему приходилось ориентироваться по попадание запаху, как хищникам наших дней. С одного уснет? Да, он засыпает с одного, замечательно. Ща, погоди, нужно второго тоже. Блин, они классные, но... Но разглядывать их времени нету. Остановись, пожалуйста. Молодчина. Есть. Дальше пошел третий. Мимо. Попадание. И сейчас также четвертого. Молодец, что отошел. Ты смотри, даже упал вот так вот. Я помню, когда у меня кто там, велоцираптор, кажется, съел какого-то посетителя, а потом я его осыпил, он так рядом с посетителем лег. Это было очень забавно. Ай! Не туда.
Он раньше остановился, чем я думал. Все, отлично. Оса свободна. Все просто шикарно. Если не ошибаюсь, опять прилетели окаменелости. Что там у нас? Осмий плюс деньги. Спасибо большое. Велоцираптор нормально. Отлично, здесь среднее качество. Да давайте среднего продадим, потому что деньги нужны. Так, и теперь служба перевозок. Перетаскиваем все это дело вот сюда. Я думаю, что здесь будет достаточно комфортно. И никаких проблем возникнуть с этим не должно. То есть у них довольно-таки большой вольер, много растительности, есть вода, есть еда. Так что все будет окей. Я на это очень сильно надеюсь. И сейчас у нас с вами, кстати, рейтинг парка должен вырасти. Потому что сразу 4 хищника вывели. Плюс гость у нас выполнится. И по поводу больше всего побед в боях. У меня была задумка закинуть кого-то к цератозаврам, кого-то сильного. И чтобы он съел цератозавров. И тем самым выполнилось это задание. Просто я думаю, кого, ну там, Тирекса, например, как вариант, да? Но правда, Тирекса у нас с вами еще нету. Можно вот, как вариант, просто велоцирапторов стравить с дилофозавриками. Ну это я уже вот сейчас вот так вот подумал, что можно было бы сейчас вывести еще и 4 велоцирапторов и закинуть туда. И посмотреть, что будет происходить в итоге. Давай, летите, ребят. Можно было бы какую-нибудь другую раскраску, конечно, сделать, но пока что у нас раскрасок нету, мы этим будем заниматься чуть попозднее, потому что сейчас основная задача — это просто развиваться. Ну а скоро мы к ним подкинем 4 велоцирапторов и посмотрим, кто из них победит, потому что нам нужны схватки. Нам нужны сейчас с вами звезды, нам, ну, схватки нам нужны не для звезд, схватки нам нужны для того, чтобы задание выполнить. Давай, извлекаем отсюда ДНК, это сейчас получится уже больше 80%, ближе там 85, что-то типа того, и вас отправляем еще раз вот сюда. Штормовая станция засекла тропическую бурю. Открываем с вами убежище. Открыть все убежища. Открыть все убежища. Тропическая буря. А хорошо, что я штурмовые станции поставил, потому что, видимо, они не только защищают, они еще предупреждают, да? Защищает ближайшее здание от неблагоприятных погодных условий. Хотя, может быть, и нет, сложно сказать. Ребята, прячемся. Штурмовое предупреждение. Вовремя я все это заметил. Быстро прячемся, быстро-быстро. Так. Есть шанс, что это будет просто без урок... Нет, смерч. Смерч, смерч, смерч. Рейнджеры, команда рейнджеров. Добавить задачу. Сюда, быстро. Хорошо, у меня есть идея, подожди. Опять же, команда рейнджеров, новая команда, да, окей. Быстро, вторая команда рейнджеров, это первая. Вторая, добавить задачу. Они тут вовсю рушат у нас загон. Но, в принципе, все в порядке, потому что мы спрятали всех людей. Они у нас все как раз по... Почти все. Вон они прячутся. Смерч начался довольно-таки далеко от основных построек, от электричества, от всего. И уходит сейчас в сторону, да? Нормально, все хорошо. Прибыли в минуту 123 тысячи. Неплохо. Давай-давай-давай-давай, ребята, ребята. Вы там едете ремонтировать или как? Или что? В чем проблема, команда рейнджеров? Ну-ка, управляй транспортом. В чем проблема? В чем проблема-то? Эй, чиним все это дело, чиним. Все нормально? Да, вроде все хорошо, здесь больше ничего не сломано. Нам с вами прям очень сильно повезло, что смерч ушел вот сюда. Хотя смотри, обратно возвращается, да? Точно? Подожди, подожди. Ладно. Если что, справимся. Да стой на месте. Буря повредила одно из зданий, я вижу, вижу. Я все вижу, сейчас ремонтирую. Кстати, смотри, как раз штурмовую станцию повредила. Нужно срочно ремонтировать. Она, по идее, защищает остальные постройки. Замечательно. Справка, комфорт. Что там комфорт? Клэр, у нас шторм. О чем ты говоришь, Клэр? Ремонтируем. Все? Мне кажется, все. И можно выпускать, естественно, посетителей. Закрыть все убежище. Фу. Да, приносим извинения. Давайте быстренько идите покупайте что-нибудь. Потому что мы по деньгам очень серьезно просили за это время. Кстати, научный отдел захотел, чтобы я просто сфотографировал цератозавра какого-нибудь. Ну, давай попытаемся это сделать, управлять транспортом. Здесь это недалеко. Это можно очень просто и быстро выполнить. Здесь нужно пополнить кормушку, как я понимаю. Вон цератозаврик, да? Да. Господи, ты чего? Ну-ка. Нормально? Ну да.
Плюс еще 17 тысяч фотографий получили. Кстати, вообще есть вариант устроить немножечко неравную битву, то есть закинуть сюда двух велоцирапторов с усиленной атакой. Я думаю, это будет самое оптимальное решение, чтобы выполнить задачу отдела развлечений. И, кстати, да, я совершенно забыл, что нам нужно было что-то улучшить. Я, правда, не помню, что. Окаменелости — это все не то, станция рейнджеров. Нам не нужно здание. Это все неинтересно. Вот, здание для посетителей. Давайте-ка с вами выучим что-нибудь из этого. Магазин одежды? Пускай будет. Магазин одежды, дальше вот здесь можно было бы из генетик что-то выучить, но пока что не хочу на это тратить деньги. И, естественно, нам нужно выучивать лекарства вот эти, вот от этих всяких паразитов и прочего-прочего, потому что это тоже может случиться с животными. Так, окаменелости. Оба. Неплохо так. Два раза по 360, еще 160 с этого, плюс два велика. Я так понимаю, что, да, мы полностью велоцираптор сейчас изучаем, и вот этого можно вообще продать за 72 тысячи. У нас 2 миллиона. Не кисло так, не кисло. Нужно расширять парк. Ну не то чтобы расширять, а улучшать парк. Новый полный геном. Погнали. Я думаю, что как раз парочку выведем, модифицировать геном. Но хотя нам нужно как минимум 3. Ладно, как минимум 3. Значит, 3 их выведем. Сейчас, секундочку. Эй, финансы мне не нужно было. Ну-ка верни меня, пожалуйста, сюда. Теперь, велоцираптор, модифицировать геном. Я бы хотел поднять ему именно атаку. Раскрас не будем, атака. Итак, здесь у тебя прочность зубов. Шлеп. Тут еще прочность зубов. Или что это такое? Прочность зубов, да? Взяли. Здесь уже атака 75. Здесь мы можем продолжительность жизни. Повышает просто продолжительность жизни чуть-чуть. Ну, в принципе, тоже можно взять. И в общей сложности 96%, и стоит он 447 тысяч. Ну что, заказываем троих? Да, я думаю, троих будет самое оптимальное. Вывести. Вывести. И вот третьему давайте-ка с вами еще модифицируем геном и изменим раскрас. Потому что у нас с вами есть вот этот вот тип бесплодных земель. Пускай будет немножко другого цвета. Ну что, велоцирапторы готовы. Выпускаем потихонечку. Красавчик. Но сразу он никого есть не будет. Все хорошо, не переживайте. Я тут немножечко решил рассмотреть его, потому что... Давай пройдем вертолетом, потому что он там еще не голоден. У меня дилофазаврик какой-то болезнью заболел. Не знаю какой. Репутация, потому что люди не понимают, что они были и всегда будут альфа-хищниками. Наша задача помочь им. Раз, где он? Помочь понять, что мы вот подо мной прям. Так. Уснется одной? Да, засыпается одной. Погнали, там сейчас где-то еще один. Успокоительное подействовал, вижу. Стоп. Черт. Давай. Попал куда-то в лапку. Нормально. Подожди, а где третий? Подожди, а где третий? Сараза! Это мой стручитамим! Не смей! Забил, да? Забил. Ладно, давай еще парочку стручитамимов увидим сюда. Потому что один умер у нас с вами от старости, а один сейчас вот загнулся как раз. Давай, раз стручитамим. Два стручитамим. Сейчас мы их сюда выпустим. А вот тебя, друг мой, служба перевозок, раз, подобрали и вот сюда закинули. Эти, я так понимаю, как раз подлетают. Сейчас будет 2 в 4 здесь схватка. Но эти усиленные. Эти усиленные. Вот сейчас здесь людям понравится то, что будет происходить. Если Клименту это не понравится, это будет крайне странно. Кстати, что там рейтинг динозавров? Совсем-совсем-совсем плохонький. Штраф благосостояния, штраф разнообразия. А в чем проблема за штраф благосостояния? Ну-ка, секундочку. За то, что, например, пастбище маленькие, леса мало, или что? Я думаю, именно из-за этого. Здесь у нас с вами появляется раз велоцираптор и где-то второй велоцираптор. Дружок, дилофазавриков заметишь? Вон дилофазаврики. Где второй-то? А где второй велоцираптор? Смотри, прикол. Они даже не сражаются почему-то. А должны сражаться на самом деле, разве нет? Спокойно. Вижу. Вижу вот здесь вот. Вот оно, вот оно, вот оно. Четвертый, первый. Ты смотри, а? У меня такое ощущение было, что Дилка выигрывала эту схватку, да?
Но сейчас он ее забивает. Ладно, хорошо. Раз. Первый победитель есть. Там на что-нибудь еще идет? Кстати, это можно отсюда убрать. Службу перевозок. Просто забираем отсюда. Удалить. И стратитамим вот здесь у нас тоже отсюда убираем. Дальше он пошел попить воды, плюс он сейчас немножко восстановит здоровье. Подраненный такой, а. Перейти к месту драки. Дилка. 53% здоровья. Плевок, попал. Обалдеть. Как давно я этого не видел, а? Мне вот это нравится. Я за это вот люблю эту игру, конечно. Там еще одна драка сейчас намечается. Но велоцираптор, конечно, гораздо сильнее. Пошли туда. То есть в каждой из схваток должен победить, по идее, велоцираптор. И потом кто-то из них должен сразиться с четвертым и получить вторую победу. Либо погибнуть. Отлично. Что у вас по популяции? Популяция, общительность, все в порядке. А здоровье 1%. Ты представляешь, как его дилофазавр прошиб? А, нет. Так, ну-ка. Еда. Ну ты покушай, как бы. Покушай. Общительность, популяция, лес, пастбище, комфорт, вода есть. Ты покушай его, покушай. Нет, мне прямо интересно. Они же действительно не будут агриться на эту дилку? И дилка не будет агриться? Ведь раньше агрилась. Раньше нападала, камон. Давай посмотрим. Она вообще голодная или нет? Но она, в принципе, не голодная. Ведет себя как такая маленькая собачка, такая типа... Потеряла здесь. Где все мои сородичи? Мне прям даже жалко ее как-то. Так. Что у нас там по деньгам? 2 миллиона, да? Ну ладно, я так интересно здесь стою, смотрю. Давайте все-таки перейдем в окаменелости. Продадим вот это дело. Что это у нас прилетело? Такой классный чунгингозавр. Давай извлечь. Здесь не можем. Это дилофазавр 100%. Можем только продать. Кстати, денег очень не кисло так, да? Отправляем сюда. И раз у нас с вами так не кисло денег. Раз у нас с вами 2 миллиона. Нет, давай все-таки исследование. Все-таки пройдемся по этим самым, как они называются. Секундочку. Все-таки пройдемся с тобой по лекарствам. В первую очередь все лекарства выучим, а потом все остальное. Началось, да. Вот он первый. И дилофазавр. Укус. Дилка в ответ гиганта. Плевок. 75%. Чего там, 54%? Нет, дилки не дано. Дилка гораздо слабее. Вот если бы она сразу напала после, ну, после первой битвы, как это раньше было... Но видите, теперь они действительно изменили полностью поведение. Это поведение нужно, конечно, изучать, потому что оно абсолютно непонятно. Все, дилочки хана. И сейчас это, по идее, должно быть вторая победа. Отлично, задание выполнено, плюс 400 тысяч. И у нас, в принципе, наконец-то с вами закончился кризис. То есть у нас больше нету проблем с деньгами. Нужно сейчас убрать этот трупик, где он там. Служба перевозок, просто уберите его отсюда. У нас больше нету проблем с деньгами. Из этой с вами дыры вылезли. И думаю, в следующем выпуске мы с вами начнем заниматься разнообразием динозавров. И повышать, наверное, рейтинг динозавров, потому что рейтинг еще очень низкий. Но, естественно, за 5 минут этого не сделаешь. Так что будем этим заниматься уже в следующем выпуске. А на этом давайте завершать. Если вам этот выпуск понравился, пожалуйста, поставьте лайк. Сегодня мы обзавлились с вами велоцирапторами и дилофазавриками. Дилок мы новых выведем и построим для них, естественно, новый загончик. Если вы вдруг здесь впервые, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.